знаете, когда после войны не знали, кому отдать парусники, которые были взяты в качестве компенсации у Германии, никто не хотел их брать. Минрепхоз СССР с большим удовольствием принял эти парусники и использовал их для обучения плавсостава. Это великолепная практика. Сюда набирают только самых лучших. И из года в год у нас три парусника проходят маршруты. Каждый год отправляются в походы. Организаторы перехода надеются, что эта практика поможет привлечь молодежь в рыбную отрасль, которая испытывает сейчас серьезный дефицит кадров. Слово заместителю руководителя Федерального агентства по рыболовству Василию Соколову. Не все пойдут рыбаками, хотя мы надеемся, что те, которые будут пройдут практику на наших парусниках, выберут себе профессию, именно связанную с рыболовством, с тем, чтобы работать в море. Мурманский Седов гостил неделю. После этого легендарный барк отправится в порт приписки Калининград. Полностью путь от Владивостока до Калининграда составит 8,3 тысяч морских миль. Зачем я с вами в этот вечер? Зачем кружится голова? Чаще наши встречи, ведь это море шепчет изменчивой волной любви слова. Но все, что нам подарит море, перечеркнет прощание час.